Всем здорово, я приехал из отпуска, и сегодня будем обсуждать тему, в общем, какой объектив взять для зеркалки Canon новичку. Один из наших подписчиков пишет: «У меня такая проблема, я купил камеру Canon 200D, но без объектива. Посоветуйте, какой объектив выбрать новичку». Во-первых, я не совсем понял, зачем ты так сделал. То есть у зеркалок Canon обычно в комплекте идет вот такой вот китовый объектив. Они бывают разные, ну, не суть важно, в принципе, они все достаточно такие по характеристикам похожи. У них фокус на расстоянии от 18 до 55, диафрагма от 3,5 на широком конце до, наверное, 4. И эти объективы, они не сильно удорожают саму камеру, но при этом позволяют как бы начать учиться, и уже потом ты со временем уже можешь там сам определиться, какой объектив именно тебе брать. Вот, я считаю, что если вы берете такую камеру, если это первая камера для новичка, то надо брать с вот этим вот китовым объективом. Они бывают разные, бывают STM-овские, они бесшумные. Есть, например, старые DC-3, они до сих пор продаются с новыми камерами. Например, Canon 200D иногда продаются вот с этими старыми объективами, и такие камеры дешевле. Вот. Но раз уж ты купил, блин, камеру без объектива, то уже нужно брать какое-то стекло под свою конкретную задачу. А какие у тебя задачи ты не написал? Если бы ты написал, какую конкретную задачу ты хочешь решать, я, может быть, тебе что-то конкретнее посоветовал. Вот. Стоит брать такие камеры именно с оптикой, потому что если ты ее будешь продавать, то продать ее проще тоже с оптикой, а когда ты ее покупаешь, ее легче продать, легче проверить, если у тебя уже есть в комплекте объектив. Вот. Лично я себе взял для повседневных нужд вот такой вот блинчик Canon 24 мм f2.8. Он нужен для универсальных задач, когда ты снимаешь в ограниченном свете, когда у тебя достаточно узкое пространство, когда тебе нужна естественная перспектива. Вот этот вот блинчик Canon 24 мм. Не могу сказать, что он может подойти всем. Он все-таки считается достаточно простым, одним из объективов, которые, ну, наверное, можно рекомендовать новичкам, либо в некоторых случаях он может подойти и профессионалам. В общем, объектив сам по себе неплохой, почему-то он у меня покоцанный уже, хотя я им толком не пользовался. Объектив сам по себе неплохой, может и в профессиональных целях используется, и для фото, и для видео. На него металлическое крепление. У него удобная универсальная фокусное расстояние, естественная перспектива. Вот. Что конкретно тебе советовать, я не знаю, потому что ты не написал, что ты хочешь от своего объектива, от своей камеры. Но если ты хочешь портреты делать, то можно рассмотреть 40 мм f2.8 STM-овский. Можно рассмотреть 50 мм STM f1.8. Ну, можно и рассмотреть более серьезные какие-то объективы. Если камеру планируется использовать в каких-то более профессиональных задачах, то, может быть, можно рассмотреть, но я не знаю, например, 28 мм USM. Он около тридцатки раньше стоил. Вроде как интересный такой объектив, который дает киношную такую картинку, хорошая размытие заднего фона, там диафрагма, кажется, 1,8. Есть, например, полтинник F1.4, по-моему, тоже ультра USM мотор, там он тоже бесшумный для фотографии. Вот. Если планируешь брать объектив для видео, то желательно, чтобы в нем был стабилизатор, но стабилизированное объективо стоит дороже. В общем, универсального ответа, что тебе взять для твоей камеры, у меня нету. И ни у кого не будет, потому что вот эта вот возможность менять оптику, она предназначена как раз для того, чтобы ты мог взять объективы под конкретную задачу. Универсального объектива, в принципе, не существует. То есть для одного подходят одни объективы, для другого подходят другие объективы, потому что у каждого фотографа, у каждого видеографа своя задача. То есть, например, если ты хочешь фотографировать птиц, пейзажи там, то есть, либо репортажку, когда тебе нужно приблизить очень сильно объект съемки, и ты не можешь физически подойти к нему ближе, тебе нужен зум-объектив и, возможно, с длиннофокусный зум-объектив с каким-нибудь там 18-135 какой-нибудь там, или еще, может быть, даже более длинный объектив. Вот. Если снимаешь портреты, нужен светосильный полтинник, 50-мм объектив. Можно поиграться со советскими гелиосами, старые советские объективы. Они вполне себе, ну, спорные, конечно, по-своему, но на них можно очень любопытную картинку как для фото, так и для видео получать.
Вот. Если ты хочешь взять самое простое, если тебе нужно по бюджетному что-то, можно взять вот именно китовый объектив от Canon на Авито, тысячи за три. Вот, если повезет, может быть, сможешь найти вот STM-овский объектив, но можно рассмотреть и шумные старые объективы, например, DC3. У меня DC3 был на Canon 600D, и он меня и для фото, и для видео, в принципе, устраивал, то есть вполне себе ничего. STM-овские бывают, например, с диафрагмой 3,5, у меня такой был на 700-ке, диафрагма 3,5 и выше. Хороший тоже объектив, по-своему был, я его и для фото, и для видео использовал. На 200D, например, идут STM-овские объективы с диафрагмой от 4, она более темная, фон мой слабее, но у него, например, вот здесь есть пылевая газозащита, ну не то, что пылевая газозащита, защита от пыли, то есть здесь вот нету дырки, и он не сосет пыль внутрь объектива, и есть вероятность, что этот объектив может быть прослужит дольше, хотя были на него и какие-то нарекания. Китовые объективы, они как раз нужны для того, чтобы обучаться, то есть они представляют собой универсальное фокусное расстояние, у них обычно в комплекте есть стабилизатор, правда, у них пластиковое крепление, они поэтому не очень долговечны, и поэтому вряд ли их можно долго использовать в профессиональных целях, но они могут давать какую-никакую картинку, как-никак на них можно учиться, вот. Если ты спрашиваешь меня, чем я планирую пользоваться, вот этот вот блинчик F2.8, 24 мм, вполне себе годное стекло и помогает немного размывать фон и снимать в темноватых помещениях каких-то, потому что не всегда идет вот такое яркое солнце, как сегодня. Обычно у нас в российской средней полосе все достаточно темно. Я забыл включить свет. Вот, значит, надеюсь, я ответил на твой вопрос. Вот здесь вот тоже Ирина задает вопрос, объектив Canon новичку. Ну, для новичка вот есть линейка STM объективов, то есть вот 24-мм блинчик, 40-мм блинчик, широкоугольный объектив 10-17 у них STM-овский, полтинник STM-овский, и, по-моему, там более длиннофокусный STM-овский объектив тоже есть. STM означает, что эти объективы бесшумно работают и подходят для видео. Вот. Какой аппарат брать для видео, когда уже обучился на Canon 650D? Для видео, ну не знаю. Вот у меня, например, после Canon была вот Panasonic G7, уже третий год пашет. Вот уже мы с этим Panasonic G7 уже подняли два YouTube канала полноценных. Один из них вот этот вот, второй канал про интернет-маркетинг. Вот там уже 20 тысяч подписчиков почти. То есть рабочий инструмент работает, прямые трансляции можно делать по 2 часа. Sony A6400, коплю на нее деньги, наверное, не скоро еще накоплю. Тоже вариант. Fuji всякие сейчас появились, много интересных моделей появляется. Ну, что-то вот из этого. Panasonic свежие, там есть Panasonic G85, по-моему, там матричный стабилизатор есть. Panasonic GH5, значит, Sony A6400. Насчет Fuji ничего не скажу, не знаю. Вот. Все это Sony A6300, 6500 тоже по-своему хороши. Вот. Ну и 650D, несмотря на то, что она уже мыльноватую такую картинку дает, немного подустаревшая такая камера, но она вполне себе годная. У меня была Canon 700D, до сих пор с удовольствием поглядывал какие-то ролики, которые были сняты на Canon 700D. Приятная цветопередача, приятная камера. А 650D, которую вы пишете, Ирина, это то же самое, что и 700D. Привет, с приездом. Моя племянница купила беззеркалку Sony Alpha 6300. Было бы интересно о ней что-нибудь. Ну что о ней что-нибудь? Хорошая камера, что еще можно сказать? Так, у меня прервалась запись, потому что карта памяти заполнилась. Значит, Анна пишет. Привет, с приездом. Моя племянница купила беззеркалку Sony Alpha 6300. Было бы интересно о ней что-нибудь. Ну что о ней что-нибудь? Шикарная, хорошая камера. С ней можно и фото, можно и видео. Отличная, превосходная камера, правда, к ней оптика будет дорогой. Сам я коплю деньги на Альфа 6400, ну и, возможно, когда я уже накоплю деньги, может быть, выйдет более свежая модель, аналог 6500, уже со встроенным стабилизатором. Вот, сам очень хочу купить, но пока что не могу себе позволить. Ну, то есть я могу купить, но позволить пока не могу, потому что блоги пока что еще приносят недостаточно, чтобы вкладывать такие большие деньги в камеру. Но при первой же возможности я ее планирую купить. Но я думаю, что там
что 6300, что 6400, примерно аналогичное качество картинки. Слышал, что кто-то жаловался на качество Full HD, но в 4К там будет прекрасная картинка. Единственное, что оптика дороговата к этим камерам. Ну и сами камеры не дешевые, надо признать. Если тебе понравилось это видео, ты знаешь, что нужно делать. Ставь лайк, подписывайся на канал, ты зови своих друзей. У нас тут уже собирается довольно приличное сообщество, 1400 подписчиков на момент записи этого ролика. 1431. Вот. Увидимся в новых роликах. Всем удачи. И еще одна такая новость, совсем забыл сказать. Китайцы обещают мне присылать один микрофончик на обзор и обещают это сделать бесплатно. Вот. И если получится, если все срастется, то этот заказ ко мне приедет, и он мне обойдется бесплатно, и я смогу обозреть для вас недорогой бюджетный микрофон за стоимость 2000 рублей. Пока что еще, я повторюсь, еще не получилось договориться. Если получится, там все срастется, то это будет первый обзор техники, который мне прислал производитель, за бесплатно. То есть до этого я всю вот эту технику на обзоры приобретал за собственные деньги, и, откровенно говоря, у меня бюджеты не безграничные. То есть прошу всех производителей или торговых представителей компании, предлагайте свою технику на обзоры. Я обещаю, что буду худо-бедно объективен, насколько это возможно. Ничего огульно ругать не буду, но и закрывать глаза на откровенные недостатки тоже не буду. Если хотите получить вот такой вот более-менее объективный обзор, ну, субъективное мнение, но более-менее объективный обзор, присылайте технику. С удовольствием ее будем обозревать, обсуждать в комментариях, муссировать. Ну, вы понимаете. Всем удачи и пока!